Новейшая Tesla Model 3, так называемый вариант Highland, достигает новых высот, наконец-то получив версию Performance. Возрождая более спортивный уровень отделки салона с тем же названием, который предлагался на электроседане Model 3 до обновления. Хотя без ретуширования дизайна тоже не обошлось. Автомобиль получил новую силовую установку, за счет которой компания Tesla утверждает, что это самый мощный Model 3 из когда-либо созданных. Tesla Model 3 Performance теперь обладает поразительной мощностью, которая, по данным американского сайта Tesla, составляет 510 лошадиных сил, совокупный крутящий момент составляет 741 ньютон-метра. Разгон до 100 км в час занимает 3,1 секунды, что на 1,3 секунды меньше, чем у Model 3 Long Range. Tesla также утверждает, что максимальная скорость Model 3 Performance составляет 262 км в час. Эти показатели обеспечивают увеличение постоянной мощности на 22%, а также увеличение пиковой мощности на 32%. Пиковый крутящий момент также вырос на 16%, а потребление энергии уменьшилось примерно на 2%, чем мог обеспечить предыдущий Model 3 Performance. Как обычно у Tesla, информации о размере батареи нет. Энергопотребление составляет 16,7 кВт-часа. Этот показатель несколько выше, чем у более спокойных версий Model 3, у которой 14 кВт на 100 км. Запас хода также снижается до 528 км, что примерно на 100 км меньше, чем у дальнобойной модели с большими колесами. Кстати говоря, версия Performance доступна только с 20-дюймовыми колесами со специальными шинами Pirelli P0 4, разработанными специально для Tesla. Последние обеспечивают несколько преимуществ, включая меньшее сопротивление качению и более комфортную езду. Среди других особенностей – более смещенное назад распределение крутящего момента, мощные стандартные тормозные колодки. Для обработки таких показателей инженеры Tesla установили новые электронно-адаптивные амортизаторы, которые могут становиться жестче для надежного прохождения поворотов и обеспечения устойчивости или мягче для более комфортной повседневной езды. Старый Model 3 Performance страдал той же жесткой ездой, что и другие, менее мощные Model 3. Новый вариант Highland избавился от большей части этого поведения. Новой адаптивной системой демпфирования управляет собственное программное обеспечение. Это означает, что она может улучшаться или меняться с помощью обновлений по воздуху в будущем, потенциально улучшая управляемость Model 3 Performance на дороге. Режим Track Mode V3 – это усовершенствованная система, которая интегрирует управление двигателем и подвеской, охлаждением силовой установки и контроллером динамики автомобиля. Она должна сделать автомобиль более предсказуемым и стабильным на трассе, согласно Tesla. Водители смогут настроить определенные параметры по своему вкусу для гоночной езды, такие как система контроля устойчивости, рекуперативное торможение и баланс управляемости. Эта новая система должна сделать Model 3 Performance более увлекательным для всех, а благодаря различным типам настроек каждый водитель сможет легче адаптироваться к автомобилю. Визуально версию Performance от остальной линейки можно отличить по спортивным бамперам с измененными сплиттерами, а также новому диффузору и спойлеру. Кроме того, спойлер из углеродного волокна на крышке багажника Model 3 Performance помогает уменьшить сопротивление воздуха. Tesla утверждают, что все это приводит к снижению сопротивления на 5%, снижению подъемной силы на 36% и улучшению баланса подъемной силы спереди-назад на 55% по сравнению с предыдущим Performance. Model 3 Performance получил существенные изменения интерьера, включая окружающее освещение салона, экран для пассажиров заднего сидения и более тихий салон. Обогреваемые и вентилируемые спортивные ковшеобразные сиденья и отделка салона из углеродного волокна на приборной панели вместо дерева доступны исключительно для версии Performance. Tesla заявила, салон стал тише и комфортнее благодаря акустическому стеклу, а также улучшенным перегородкам и уплотнением кузова, которые существенно улучшили шумоизоляцию. Помимо прочего, владельцам также предложат аудиосистему с 17 динамиками. К ним присоединились 15,4-дюймовая информационно-развлекательная система и 8-дюймовый дисплей для пассажиров задних сидений.
Технические характеристики нового электрокара. Длина 4720 мм, ширина 2089, высота 1431 мм. Диски на 20 дюймов. Дорожный просвет 128 мм. Вес пустого автомобиля равен 1851 килограмму. Багажное отделение 682 литра. Запас хода 528 километров. На данный момент Tesla Model 3 Performance уже доступна для заказа, а начало поставок запланировано на май или июнь. Цена начинается от 52 990 долларов, без учета сбора за доставку до места назначения в размере 1390 долларов. Поскольку она подпадает под действие федерального налогового кредита на электромобили, цена в США может быть снижена до 47 тысяч долларов, что является хорошей сделкой, учитывая все, что вы получаете за эту стоимость. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале. And we improved the rear diffuser, and it's a carbon fiber splitter. And you can see, like, even the details here, where we want downforce in the center of the car, but then we want range and aero efficiency. We have this little notch here. Maybe it's a detail that somebody would think is just the styling cue, but it's actually a performance element to the spoiler. So let's check out the interior. This is where there's a lot of change for the performance version. And I think the first thing you'll notice is the seat. And the new seat is supporting me now. I can really go for the corner and look how the car goes over this ridge. Like, we literally fly through. It grips you right here in the thighs, in the hip. Really comfortable for everyday driving. As well, we have these new forged wheels. Not only decrease the mass to keep the overall vehicle mass down, but they also have a little bit more stiffness, which allows for tighter turn-in feel. They also come integrated with these aero caps here. These also work with the unique front and rear fascias that we have on the car to move the air around these larger wheels and tires. And this is where we're balancing vehicle driving and vehicle handling and also the range and efficiency of the car. We've also got an upgraded brake pad to take higher thermal loads and perform better. We have a new steering knuckle for the performance car that has a slightly shorter steering arm, which decreases the overall steering ratio, making it a little bit quicker. And then we have brand new adaptive damping system, first time ever on a Model 3, with an active valve here that adjusts dynamically when you're driving the car. The tires are co-developed with Pirelli and us to be quieter, more efficient, have higher grip, and better performance laterally. All new drive unit here for the Model 3 Performance. We also have a new inverter here, and we have precision ground gears to increase efficiency, as well as a lower friction oil in there that we call KAF, kick-ass fluid, in order to get all of the performance out of all of this together. Now we're getting new drive units, you're getting new suspension, you're getting adaptive damping, you have new seats in the car that are more supportive for spirited driving. So we were able to do all that while also improving the comfort. So it's really kind of a car that can do both things.